Здравствуй, малыш. Так-так. А ты помнишь, как в прошлый раз добрая волшебница помогла Золушке попасть на бал? А? Так-так. Что? Кузи напоминает, что Золушка обещала волшебнице вернуться до полуночи. Потому что если она пробудет на балу хоть на минуту дольше, карета ее станет тыквой, лошади превратятся в мышей, слуги в ящериц, а пышный наряд в старое платье. Так-так. Ну, давай, Кузя, давай. Так. Слышишь? Это снова пришла к нам сказка. И сейчас мы узнаем, что произошло с Золушкой на балу. На королевский бал прибыла неизвестная, очень важная принцесса. На королевский бал прибыла неизвестная, очень важная принцесса. Какая красавица! Ах, как она хороша! А как одета! Нет, прелестно, прелестно! Очаровательно! Дорогая королева, посмотрите, как она хороша! Я давно не видел такой красивой и милой девушки. А какой наряд на ней? Принцесса, позвольте пригласить вас на танец. Танцевала она так хорошо, что все еще больше залюбовались ею. Вы посмотрите, дорогая королева, как она хороша. Золушке было очень весело, и она совсем позабыла о том, что приказывала ей волшебница. Она думала, что нет еще и 11 часов, как вдруг часы стали бить полночь. Принц бросился за ней, но догнать ее никак не мог. В торопях Золушка потеряла одну из своих хрустальных туфелек. Хрустальная туфелька принцессы? Стража! Стража! Эй! Никто из вас не видел, куда уехала принцесса?
мы не видели принцессу. Из дворца выбежала какая-то бедно одетая девушка. А, больше похоже на крестьянку, чем на принцессу. Принц до конца бала не сводил глаз с красивой хрустальной туфельки. По всему видно было, что он влюблен в прекрасную принцессу. Прошло несколько дней, и принц приказал объявить по королевству, что он женится на девушке, которой хрустальная туфелька придется по ноге. Сначала туфельку примеряли принцессам, потом герцогиням, потом всем придворным дамам подряд. Но она не годилась никому. Принесли хрустальную туфельку и Золушкиным сестрам. Пожалуйста, помогите, пожалуйста. Примерь туфельку первой, она будет мне впору. Примерьте мне, пожалуйста, мне первой. Нет, мне первой. Тебе не удастся втиснуть свою ногу в эту крохотную туфельку. Какая красивая туфелька. Эх. Чуть-чуть узко. Обидно. Это досадно. Мала. Можно и мне примерить туфель? Наша замарашка хочет, чтобы туфелька пришлась ей в пору. Посмотрим, посмотрим, что из этого получится. Посмотрим. Гляди-ка. Сестрица, туфелька ей пришлась. Да, точь-точь, на ее ногу. А вот и вторая. Тут подоспела добрая волшебница, коснулась своей палочкой старенького Золушкиного платья, и она превратилась в пышный наряд. Прости нас, Золушка. Прости нас, Золушка, что мы с тобой так дурно обращались. Прости нас, Золушка. Пожалуйста. Прости нас, Золушка. Прости нас, Золушка. Пожалуйста, Золушка. Прости нас, Золушка. Золушка, конечно, их простила. И они все вместе отправились к королевскому сыну во дворец. Тут и сказки конец. Так-так. Теперь ты согласен, Кузя, что эта картинка волшебная? Теперь он согласен. Скажу тебе по секрету, малыш, что все картинки могут быть волшебными. Нужно только очень внимательно их рассматривать. И тогда появится сказка. Попробуй сам. Да нет, нет, не сейчас, завтра. Потому что уже поздно, пора спать. Ведь даже уже все сказки спят. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам приснится глазки закрыть.